Всем привет, друзья! Ну, а мои мужики ходили за липой. Липы принесли на чаек. Муж расстилает, сушить будем. А вот это, девочки, вот, на веточках. Муж мне принес целый букет. Букет из белых роз. Букет из липы, девочки. С липы получается очень вкусный чаек. А еще с липы можно готовить мед. Когда-то мы делали мед из липы и из одуванчиков. Девочки, какой аромат стоит на весь дом. Ну а из липового букета, который мне муж подарил, все цветочки я оборвала и сюда на газетку сложила. Липа высохнет, сложим потом баночку в сухую, а зимой будем наслаждаться ароматным, вкусным липовым чаем. Или же будем лечиться от простуды. Муж еще меда купит. И будем, девочки, пить чаек и вспоминать о лете. Но я, девочки, жарю пирожки. Вон столько налепила. И часть уже пожарила. Пирожки у меня с картошкой и с яйцом и зеленым луком. Вот они жарятся, пирожочки. Вкусные, румяные, зажаристые, аппетитные. А здесь вот столько нажарила. Это пирожки с яйцом и зеленым луком. Жарятся мои пирожочки, шипят, скворчат, в рот просятся. Ну что ж, нажарила я пирожочков, сыночка буду своего кормить. В отпуск из армии пришел. Пирожки с пылу с жару только выпрыгнули из сковородки. Вкусные, румяные, зажаристые, аппетитные. Пирожки с картошкой. Пирожки с зеленым луком и яйцом. Вкусные, аппетитные. Рецепт, девочки, есть у меня на моем канале. Заходите и готовьте себе такие пирожочки. Радуйте и своих родных, и близких. А сегодня еще я хлебушка домашнего испекла. Вкусного, румяного, зажаристого, аппетитного. С пылу с жару, девочки. Вот такой хлебушек пеку. Рецепт также есть, девочки, у меня на моем канале. Заходите и готовьте. А у нас наша Юлька, как всегда, гостей намывает. Моется, вымывается. Развалилась здесь и лежит. А у нас, девочки, солнечная погодка сегодня. Обдувает ветерок. Юлька красавица, греется на солнышке. О, видите, как развалилась? Кс-кс-кс-кс. Юлька, хорошо ли тебе лежится? Хорошо ли тебе сидится? Ну, а здесь наш друг Фунтик. Какой-то он пугливый, удивляется. Чё такое? Он нам что-то пытается сказать. Но он думает. Он думает. А кто такие фунтики? Большой-большой секрет. Фунтик. 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 Какой кабанчик.
Фунтик. 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 Фунтик, скажи А. Скажи А. Фунтик, скажи А. Фунтик. Фунтик. Но у нас, девочки, осень наступила. Резко похолодало. Вчера было 31 градус, а на солнце все 35. А сегодня что творится? Порывистый ветер. И на день сегодня передавали 20 градусов всего лишь. С утра шел ливень. Нас снова залило. Ходят тучки. Вы видите, что происходит? Это наша улица, по которой я живу. Где-то там за деревьями гудит поезд, у нас железная дорога. О, слышите, какие звуки? Приехал грузовой поезд. Черешня наша. Ягод нет, там пару штук висит, и все. Видите, какой ветер. Холодно, очень холодно. Муж пошел на работу, работает он у меня вальщиком в лесу. Но сейчас, наверное, через некоторое время придет домой, так как в дождь они не работают. А вот это, девочки, наша груша. В этом году груш совсем нет. Совсем нет. Пару штук там висит, вижу, и все. Этой груши больше 60 лет. О. Но еще плодоносит. А в этом году все ягоды, девочки, вымерзли. Все ягоды и фрукты. Все ягоды и фрукты. Черешни нет, груш нет, яблок нет, смородины нет. Муж все кусты обкромсал. Красной поречки нет. Клубника вся сгнила. Малина только начинает спеть. Может быть, немножко соберу в этом году я малины, девочки. Ой, какая холодина. А сейчас 8 часов утра. Я выползла на улицу показать вам, какая у нас погодка. А погодка никакая. А погодка никакая. Ветер и холодно. Сколько с утра градусов я не смотрела. Может быть, 8-10, но не больше того. В общем, осень. Осень в июне. Осень в июне. Да, еще плюс. Вот такой порывистый ветер. Планы рухнули. Хотела сегодня на огород идти. Хотела сегодня нарвать лучка зеленого на заморозку. Но планы, девочки, рухнули. Будем сидеть дома. Отдыхать, что-нибудь вкусненькое готовить. А на этом, друзья, я буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Вы видите, птичка сидит на проводах и поет мне песни. Спасибо, друзья, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А я всегда всем очень рада. И до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.